Ксения Бугняк, приветствую вас в новом выпуске Lifestyle на AirLife TV и Realitate MD. Сегодня я нахожусь в Art Medica, центр эстетической косметологии, и узнаю, что сегодня популярно в бьюти-индустрии. Наталья, здравствуйте! У вас в Art Medica очень комфортно и уютно. Спасибо за приглашение. Сегодня я хочу пообщаться с вами на тему тенденций в сфере бьюти. Здравствуйте, Ксения. Мы рады вас видеть в нашем центре. И действительно, мы сегодня будем затрагивать очень интересную тему, то, что касается инновационных технологий в сфере эстетической медицины. Мы будем говорить сегодня про аппарат Altera System. Что такое альтеротерапия и как работает методика? Altera System является инновационным аппаратом производства США, который использует для лифтинга кожи и мягких тканей. Это безоперационный смаз-лифтинг. Его эстетической медицины называют звук, несущий красоту. Принцип его действия основан на сфокусированном ультразвуке, который оказывает влияние на ткани. Ультразвуковая волна стимулирует выработку эластиновых и коллагеновых волокон в дерме. Но самое интересное, что он проникает на более глубокие слои, где раньше доходили только скальпель хирурга. Наталья, наверное, телезрители, которые смотрят сейчас передачу, им интересно узнать и о безопасности этой процедуры. Да, конечно. Я хочу отметить, что я могу сказать точно, что самая безопасная процедура – это проводится именно на сертифицированном аппарате Altera System. Мы видим все слои кожи, на каком уровне мы находимся. Очень интересно, потому что диаметры разные. Расскажите нам о каждом. Здесь разная глубина воздействия. 1,5 миллиметра – это волна, которая доходит у нас до уровня эпидермального слоя. Мы там стимулируем фибробласт, который вырабатывает там коллаген и эластин. Более глубоко у нас идет уже уровень 3 миллиметра. 3 миллиметра – это на уровне дермы. Это второй уровень, на котором мы работаем для стимуляции коллагена в дермальном слое. И они в 2-3 уровнях и дают нам вот полученный каркас кожи. Наталья, предлагаю говорить и о безопасности этой процедуры, так как это очень важно. Что можете сказать на эту тему? Ксения, я хочу сказать, что эта процедура на самом деле является одна из самых безопасных, так как данная процедура имеет в себе запатентованную технологию DeepSea, это визуализация. Визуализация нам позволяет во время процедуры визуализировать все уровни тканей, на которые мы будем проводить процедуру. Очень интересно узнать, с какого возраста уже можно делать эту процедуру. 35-65 лет. Это идеальный возраст для проведения безоперационного смаз-лифтинга Altera. Но иногда бывает, что к нам подходит и более молодой возраст. Девочки, да, мода приходят. Холод красоты, на инновации, девочки, 18-летние, 20-летние. Ну, 18-19 нет, конечно, это очень рано, потому что у них и так свой собственный коллаген, который вырабатывается. С 30 мы вводим какие-то деформационные уже изменения на лице. Первые, да, которые к нам обращаются, это опущение верхнего века. Второй – это формирование малярных мешков под глазами. Это тоже очень важно. И только альтеротерапия – это единственный метод в молодом возрасте проработать данную зону, чтобы выровнять. Ну, в вашей практике было такое, что пациент обратился, чтобы делать альтеропроцедуру, и вы сказали «нет»? Тебе противопоказано. Да, конечно. Естественно, что любая процедура Altera, она, естественно, должна проходить только в рамках консультации. Здесь берутся разные параметры. Возраст, показания, можно ли провести процедуру и получим ли мы эффект от данной процедуры. Потому что бывают случаи, когда действительно нужно уже делать пластику. И Altera в таком случае не поможет. Приходили пациентки, и я говорю, для вас данная процедура она не будет иметь результатов. Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали и о показаниях в процедуре. Не знаю, нужна особенная подготовка. Например, нельзя в тот день выпить кофе или горячие напитки, или
Какие показания есть? Ну, смотрите, дело в том, что Альтера вообще, она позиционируется как процедура обеденного перерыва. Пациентка прибежала с работы, сделала процедуру, и дальше она пошла на работу. Сколько длится, кстати, процедура? От полчаса до полтора часа. Если мы говорим, зависит от проблемы, от количества проведенных линий, от протокола. Рекомендуется перед проведением процедуры альтеротерапии сделать процедуру биоревитализации. Для того, чтобы увлажнить хорошо кожу. При увлажненной коже ультразвук проходит легче и визуализация получается лучше. Давайте поговорим не о результатах. Какие результаты дает эта аппаратная методика? Результаты имеем очень хорошие. Я хочу сказать, что действительно пациенты все довольны. И есть уже повторные пациенты, которые приходят на повторную процедуру. Овал лица выравнивается, усаживаются жировые пакеты, уплотняются связки, кожа становится моложе. Мы можем вернуть время вспять. Все пациенты, в принципе, остались довольны данной процедурой. Пациент доволен, и врач доволен. Да, это вдвойне доволен. Это самое главное, да. И хочу отметить, что результат начинает быть виден с 3 месяцев до 6. И сколько держится эффект данной процедуры? Эффект данной процедуры держится от 1,5 до 2 лет. А то есть через 2 года пациент должен можно сделать, повторить процедуру заново. Вот сегодняшняя модель у нас, видите, она пришла уже, как бы год прошел после процедуры, и мы повторили процедуру. И сейчас у меня возникает вопрос о стоимости этой процедуры. Данная процедура не из дешевых, не может стоить хорошая технология, хорошая безопасность, мало денег. Здесь, естественно, что все зависит от протокола процедур, от количества импульсов, от количества линий. Поэтому каждая наша пациентка, приходя в центр, она выбирает для себя, и мы подбираем ей правильный протокол. Есть и противопоказания данной методики? Конечно, как в любой эстетической процедуре, мы имеем и противопоказания. На первом месте это что? Беременность и лактация. Второе – это аутоиммунные заболевания. Третье – это повреждение и воспалительные процессы на поверхности кожи. Это купероз? Нет, купероз – это не препятствие. Мы работаем в глубокие слои, поэтому купероз, он не является… Он наоборот, мы уплотняем кожу, и эти сосудики, которые у нас на поверхности, они просто уходят под эпидермис, и абсолютно не противопоказания. Противопоказания – это имеет в виду, что когда на коже есть воспалительные элементы, как акне, какие-то вот гнойные воспалительные, либо герпес, да. Самое интересное, сочетается ли Альтера с другими бьюти-процедурами? Конечно. Альтера, это, как я говорю всем моим пациентам, это есть фундамент. Она работает на тех уровнях, на которых не работают другие методики. Волюметрия, это гиалуроновые филлеры. Если где-то месяц, два, полгода была проведена процедура волюметрии с гиалуроновым филлером, тогда, конечно, мы Альтеру не проводим. Очень модная процедура нитевой лифтинг. Нитевой лифтинг. Опять же, противопоказания на какой-то период. Мы должны подождать год, потом провести альтеротерапию. Самое важное, чтобы пациентки знали, что надо прийти к врачу на консультацию. Обязательно. С бьюти-карточкой. Да. Чтобы да. уже рассмотреть все моменты, когда можно делать процедуру и когда нет. Кстати, мужчинам можно делать альтеру? Это топовая процедура для мужчин. Так как они у нас боятся иголок, они приходят на консультацию, они также и стареют. Старение, мне кажется, как... у них более замедленные старения. И хочу сказать, что у них результат от масс-лифтинга держится больше, чем у женщин. Что они очень любят эту процедуру, что она является безболезненная, легко переносится, не ходит с разными травмами, там, папулками, гематомами, то, что они это себе не могут позволить. Здесь сделали процедуру ходят себе, гуляют, делают спорт, ходят на работу, и с каждым днем становится все моложе. И у вас, кстати, много пациентов мужского пола? Мужского пола? Ну, как обычно, знаете, как у нас в косметологии, приходит жена, приходит и муж. В принципе, обращаются. Почему нет? Обращаются мужчины. Последний вопрос.
Какое время года можно делать Альтеру? Альтеру можно делать круглый год. Ультразвук не повреждает поверхностные слои кожи. Он все-таки работает, глубокие слои. Поэтому у нас нет ограничения, в каком периоде мы делаем Альтеру. Естественно, что после проведения процедуры нам нельзя сразу на второй день на солнце, там, на море активно, потому что и так там в тканях был высокий нагрев в ткани, поэтому нежелательно. На второй, на третий день, пожалуйста, можно ехать и на море. Это моя вторая процедура Альтеры в салоне Артмедика. Делали первую процедуру год назад, выбрала эту процедуру, тщательно изучив методику, почитав отзывы, и мне понравилось, что это не хирургическая подтяжка лица. Я очень довольна результатом, потому что в течение 2-3 месяцев у меня уже заметно улучшился овал лица и ушли брыли. И поэтому я решилась на вторую процедуру спустя год. Ждем вас в любое время года на проведение процедуры с масс-лифтинга Альтера в нашем центре Артмедика. Красота не требует жертв, красота требует внимания. Я Ксения Бугняк. Смотрите еженедельно передачу «Lifestyle» на AirLife TV. Также и онлайн «Реалитать МД», «Бань МД», «Рупор МД». До новых встреч!